Приветствую, друзья! Вы часто спрашиваете меня о том, как добраться до лампочки подсветки отопителя салона Peugeot Partner TP. И в этом видео я покажу, как это сделать. Достаем сначала вот этот вот отдельчик, который находится под радиоприемником. Потом подцепляем аккуратненько нижнюю декоративную панель. Она у нас на трех. На трех вот таких вот клипсах. Вот тут нам понадобится отвертка. Шестигранничком, и откручиваем мы вот эти два самореза. Отщелкиваем вот эти клипсы. Панель у нас заходила и подалась вниз. Теперь нужно вот эти штуки, не знаю, как они называются по-умному, просунуть сюда. Все, у нас панель отошла. Теперь ножиком мы аккуратно, только аккуратно, потому что достаточно хрупкие защелочки, мы поддеваем, оттягивая панель на себя. Вот она отщелкнула здесь тоже. Вот. Далее. Сейчас мы отщелкиваем. Вообще лучше туда, наверное, положить что-нибудь, чтобы не защелкивалось обратно. Хотя бы вот какую-нибудь даже зубочистку будет достаточно. Вот и все. Достаем эту панель. Ну вот. Но, к сожалению, все у нас на диодах. И лампочку заменить невозможно. Так что, мне кажется, машина ездит, на скорость не влияет и менять не нужно. Вот. Вот диоды. Вот так устроено это все. Собираем в той же последовательности. Сначала вставляем вот эту резиночку, прокладочку. Далее сделаем вот так. Это сюда. Это пропихиваем. А это просто защелкиваем. Все. Ставим декоративную панель, которую мы таким трудом снимали. Так. Вот тут. А, теперь надо рычажки попасть. Так. Вот
все. Мы закручиваем саморезы. Панель декоративная. Коробочку. И все. Ну вот и все, друзья. Теперь вы хотя бы знаете, как это выглядит. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго, хорошего, пока.